Семена космеи махровой психи сикхэ, сортусми с типичной расцветкой, но трогательными, загадочными и нежными цветками. Куст довольно высокий, до 80 см, с кружевными листочками, придающими воздушность и легкость. Цветки полумахровые, крупные, в диаметре 7-10 см, отличаются удивительной и изящной формой. Лепестки шелковистые, с волнистыми и рассеченными краями. В первом ряду они более длинные, во втором – короче. По внешнему виду напоминают пышные воротнички. Окраска цветов разнообразна: белоснежная, кремовая, розовая разных оттенков, карминовая. Космея махровая психи – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Космея прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания космеи прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает космея махровая психи в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Лист этого прекрасного растения по форме сильно рассеченный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.